Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про здоровий спосіб життя. В нашій студії голова громадської організації «Стріт Воркаут» Денис Мінін. Денис Мінін, голова громадських організацій «Стріт Воркаут» та «Стріт Воркаут Юкрейн», закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю інформаційні технології. Громадський діяч, тренер з ораторського мистецтва, експерт в області здорового способу життя та дієтології, перший посол миру і дружби Асамблеї народів Казахстану. Одружений, виховує двох дітей. Улюблена страва – фрукти та ягоди, хобі – автомобілі та подорожі. Денисе, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Денисе, тож ви спортсмен з Дніпра, завдяки якому молодь по всій Україні приєдналася до руху «Стріт Воркаут». Колись ще давно, так? От в якому році взагалі це почалося? Если говорить о популяризации здорового образа жизни, это началось в 2010 году. Понятное дело, все мы начинали заниматься намного раньше, там, из детства. И, в принципе, мы не начинали это движение, начинали наши деды, отцы и прадеды. А что сделали мы? Мы принесли там SMM, маркетинг, естественно, сделали новые элементы, новые ивенты и принесли это с новым трендом. І плюс принесли сюди соціальні сіті. Як взагалі вдалося так надихнути такі маси, сотні тисяч людей? Детей також. Все гениальное в простом, это исключительно и очевидно, потому что как только ты занимаешься, во-первых, любимым делом, во-вторых, ты делаешь это искренне, и в-третьих, самое главное, через роль личного примера, тогда это все точно получится, и тогда это будет на преамбуле взлета и хайпа. Поэтому мы через собственный пример, то есть хочешь изменить окружение, начни с себя. Мы начали с себя. Мы показали, что ты можешь быть здоровым, стройным, подтянутым, иметь классных друзей, много, заниматься бизнесом, чем угодно. И все это в кафе, жить счастливой и насыщенной жизнью. Соответственно, другие хотят присоединиться. Все очень просто. И, естественно, не исключаем социальные сети. То есть сейчас цифровое поколение, раньше было аналоговое. Поэтому цифровое поколение, оно, конечно же, смотрит и контент, и видеоролики, и правильные мотивационные фотографии, там, и правильные ивенты организованные. Поэтому в офлайне, не только в онлайне. Поэтому мы все это вкупу собрали, все это преподнесли правильно, грамотно. И поэтому у нас на сегодняшний день не только в Украине, а уже и во всем мире. Это миллионы последователей. Но ведь вы 38 країн уже объединили с этим. Ось цим рухом, да? Да, стріт воркаут. Да. В 38 странах, на самом деле, это официально, как наши ячейки федерации международные уже, а вообще практически по всем городам, по всем странам есть последователи вообще движения воркаут. А почему воркаут? Потому что, ну, это тренировка. Это когда угодно, где угодно, на чем угодно и с кем угодно. То есть это полная фри свобода, и самое главное, ключевое, это самый доступный и массовый спорт. Ось доступність, мабуть, те, що взагалі важливо. Будь-хто може. Да. Ну, вийти во двор, є спортивна площадка. Окей, навіть якщо не нова, там старенька, ржавенька, але вона є. І, в принципі, окей, навіть немає спортивної площадки. Я можу вдома позаниматися, на полу поджиматися, прес покачати, диван, спинки стульев использовать, все що угодно. Ще раз, воркаут, якраз те преимущество воркаута в тому, що можна любые подручные средства использовать. Тут нужно только волевое желание і своє тіло. Давайте подивимося зараз коротенький ролик про ваші фестивалі здорового способу життя. Давайте.
зараз з вами ось ці всі прихильники, так? Котрі разом займаєтесь, ви з ними спортом, так? Пропагандуєте здоровий спосіб життя. З чого почався ваш особистий здоровий спосіб життя? От коли саме ви це усвідомили, що це потрібно для вас, і ви почали? Є множество факторів, але основні із них, чому я почав популяризувати здоровий образ життя, а не тільки займатися їм самостійно, це, звісно ж, кілька. Ну, во-первых, это личное собственное здоровье. Эгоистичные чувства с точки зрения эго, не эгоцентричности, а эго любить себя, любить свое тело. Это абсолютно нормально. Поэтому мне не безразлично, буду я там в будущем в здоровом состоянии, с нормальным цветом лица, с нормальным цветом глаз и прочее, прочее. Второй фактор, конечно же, это мотивировать других людей и быть в сообществе здоровых людей, где не ругаются матом, не курят, не пьют, не употребляют наркотики, где нет поножовщины, где нет бытовых проблем. Вот полный позитив. И третий, четвертый фактор – это, конечно же, комьюнити, которая, благодаря которой мы можем путешествовать, знакомиться, общаться, причем неважно, офлайн или онлайн. То есть мой путь в здоровом образе жизни был, понятное дело, в детстве. Но все-таки, вот, начиная с 2009-2010 года, это вот основная тема – это популяризация здорового образа жизни. Это ключевое, это самое главное, потому что я уже давным-давно понял для себя, что изменить мир невозможно. Окей, но изменить окружение, двор, город, страну и дублицировать себя, то есть я не один. Множество таких активистов, там, не люблю слово активистов, окей, общественных организаций, людей, которые делают конкретные поступки и достигают конкретных результатов. Они просто поговорили в социальных сетях или поругались в Фейсбуке, написали комментарий или там пообещали друг другу что-то. Нет, я конкретно практик, я человек поступков и конкретных действий. Поэтому мы объединились, и еще раз, ключевое, здесь не я. Когда мы начинали в 2010 году, это сразу было плечом к плечу. И вот все вот эти последователи, которые были сейчас на видеоролике, а их миллионы по всему миру, мы идем в связки плечом к плечу и делаем одно общее дело. Маленький Денис Мінін. Кто его привів на майданчик? Батько? Ну, родители, конечно же, повлияли на мое воспитание, очевидно же, но все-таки двор приводит... Виховання було спортивне все ж таки, чи ні? Ну, я тренувався в школі олімпійських резервів, це була легка атлетика, це були спринти, це прыжки з шестом, це всім відомий олімпійський чемпіон, чемпіон світу Сергій Бубко. Я був його фанатом, це мій кумир, і тому как бы, я стремився к этому. Ну, понятное дело, що родители влияют на то, щоб ребенок вел здоровий образ жизни, правильно питався, там був нормальний сон і прочие штуки, но в воркаут вообще все-таки приводят друзья, окружение во дворе. Двор решает. Посмотрите, не важно, как воспитали вы ребенка, важно, как на него повлияет социум. Як на мене, все важливо. Все вкупе. Все в общем, 100%. Денис почав займатися воркаутом. Коли саме? В 2010 году. Тобто вже це був не маленький Денис, це вже була свідома, доросла людина. Более того, я прийшов із бізнесу в воркаут, то есть я вже займався, я працював на різних роботах, я займався бізнесом, у мене вже була почти сім'я, ще без дітей, але вже була сім'я. І дуже важливо, що я прийшов сюди в осознаному стані, понимая процессы, чем я буду заниматься, как я это буду делать, сколько мне нужно инвестировать денег для того, чтобы стартануть, начать и прочие вещи. Поэтому тут были инвестиции личные, тут были инвестиции друзей, спонсоров, меценатов для того, чтобы выстроить глобальную такую организацию, внимание, социальную и благотворительную, не коммерческую. Это очень важно. Поэтому я всегда говорил фразу, бизнес должен быть социально ответственным и приносить пользу обществу. Это тоже ключевое. И мы вот этим занимались на самом деле. И когда я пришел в 2010 году осознанно в это направление, с чего мы начали? Вот коротко. Много с чего мы начинали. Но самое простое, это чтобы да, вот зритель понимал, с чего он может начать. Мы взяли лопаты в руки, вышли во двор и построили свою первую спортивную площадку. Сначала турничок закопали, потом брусья, потом заказали огромную спортивную площадку. Да, не без помощи других людей, понятно, естественно. Но все это началось с того, что... Потребно вот... было відчути, як це саме створювати ось ці. Когда человек в своем дворе сам построит детскую спортивную площадку, что-то там уберет во дворе, поставит бак, посадит цветочки, забор покрасит, он будет не просто ухаживать за этим потом и ценить. Он берет на себя гиперответственность и таким образом формирует в себе ответственность перед всем обществом, перед двором, перед городом. И потом он в будущем в другом будет так последовательно себя вести. Это очень важно. Ви зараз продовжуєте тур здорового способу життя. Тобто ви приїжджаєте в кожен двір, в якому вас запросять.
Як це взагалі відбувається, і якщо наші глядачі захочуть вас до себе запросити, що їм робити? А вот это самый интересный вопрос, спасибо за него, потому что это самый интересный проект. У нас, понятное дело, очень много глобальных проектов, международные чемпионаты, международные туры, перелеты, там, другие страны, президенты. Ну, это такая глобальная, да, глобальная. Туда, а туда это же треба идти таким спортсменом. А это, казалось бы, тур так и называется. Тур здорового образа жизни, в кавычках, приедем в каждый двор. Казалось бы, так просто. И так вроде бы, ну, всего лишь бы, ну, мальчики, девочки ездят по дворам. Нет, я считаю, это самым глобальным проектом. Не чемпионаты мира, там, не олимпийские какие-то вершины. С этого начинается вообще воспитание подрастающего поколения. Мы это поняли несколько лет назад и продолжаем из года в год это делать последовательно. Мы только вот в прошлом году за 3 месяца лета проехали 45 дворов. Это очень много. Це у Дніпрі або это, взагалі по Україні? Это только в Дніпрі. По другим городам ми теж їздимо. Это большие цифры, это очень тяжело, поверьте мне, это много занимает трудочасов. Ну ви ж не просто приїхали, сказали добрий день, нет. ось ви, і що ж будемо робити? Тобто це праздник. Є план, це свято, це спортивне свято. Это праздник, в котором приезжает наш микроавтобус или несколько автомобилей, где есть музыкальное сопровождение, где есть команда атлетов, которые показывают шоу-программу, мастер-классы, презентуют вообще площадку, как правильно на ней можно тренироваться, ведь дети многого и не знают. Помимо того, что мы тренируем детей, мы проводим флешмоб за здоровый образ жизни. Потом мы вовлекаем их родителей, которые там некоторые там с сигареткой в зубах или с пивом в руках. Они все к нам присоединяются. И очень важно, чтобы это было как workout family, вся семья была в празднике. Потом, когда мы уезжаем, эти площадки не пустуют. Я всегда говорил, что вот те площадки, которые во дворах, это металлолом, закопанный в землю, если нет их популяризации, если нет мотивации, если нет конкретной картинки, как правильно на них тренироваться. Мы этим занимаемся. Это как раз и есть тур здорового образа жизни, приедем в каждый двор. Он очень эффективный. Головна мета – мотивувати, захопити дітей і потім… Потім хто з ними залишається, з дітьми? Хто їх далі, так би мовити, веде? Ну, звісно, там однієї-двох годин цього свята це недостатньо. А вот это тоже интересный вопрос, потому что мы не заканчиваем только, знаете, как бывает, не потому что они плохие, а потому что у них система координат другая. Политики приехали во двор, там голосуем, мы вам там подарок дали или праздник провели, и до свидания там на 3-4-5 лет. Нет, у нас другая история. Мы, во-первых, постоянно возвращаемся в эти дворы. Мы не по несколько раз, бывает, приезжаем. Во-вторых, если ребенку понравилось, он может присоединиться к нашему движению, а он уже в социальных сетях, там, в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке, где угодно. Ну, Фейсбук – это более взрослая аудитория. И он нам пишет, мы говорим, где следующие тренировки проходят, куда можно присоединиться. Более того, у нас по городу уже Workout Academy практически в каждом районе. Что такое проект, то есть цей Workout Academy? Workout Academy – это конкретная локация, в которой можно приходить постоянно по расписанию, заниматься конкретно с тренером, который ведет группу. С тренером Workout, Street Workout? Конечно, так? Естественно. С тренером самой вашей организации? Естественно, конечно. Это профессиональные люди. Есть какая-то специальная методика занять? Более того, это повышение курсов квалификации, это ежегодная сдача экзаменов. Это очень серьезная организация, где получают международные сертификаты, где есть обучение, где есть масса работы для того, чтобы человек разбирался в физиологии, в биомеханике, в биохимии. Это целая научная работа, ну, в целом, по человеческому организму. И эти люди, профессионалы, уже работают с этими детьми. Там и реабилитация, и ОФП, общая физическая подготовка, и ЛФК. То есть все есть. То есть в зависимости от потребности человека. Ну, приходит слабенький ребенок, там, да, с внутричерепным повышенным давлением. Там, ему нельзя определенные нагрузки, но что-то, с чего-то начинать нужно. Или приходит там с сахарным диабетом уже дети, там, в возрасте, начиная с 10 лет, уже сахарный диабет, там, другая нагрузка. Приходит полноценный ребенок, там, вообще ни одного хронического заболевания, ни одной патологии, там, другая нагрузка. Все, погнали из него делать чемпиона мира. Ну, это большая работа, и смотрите, у нас, если говорить вообще даже не из Украины, сейчас возьмем город Днепр или Днепропетровскую область, у нас мы уже вышли даже за пределы города, уже пошли в ПГТ, пошли в села, и мы дублицируемся очень быстро. Но очень популярно это направление настолько, что идет запрос, не мы навязываем, а нас просят, нам звонят и нам пишут, пожалуйста, откройтесь там-то и там-то. Как часто телефонуют и пишут, просят? Ну, в день, наверное, 100-150 звонков. У нас, да, у нас есть управляющая академия Гаурнитай Шлика, он как раз-то и занимается полностью управлением, СММом и операционным управлением в Workout Академии. Но 100-150 звонков – это минимум в сутки. А еще же пишут социальные сети, а еще офлайн задают вопросы. Ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько популярно сейчас это направление и насколько, главное, оно эффективно. Популярно ведь не просто так. Популярно, потому что есть эффект, есть результат для детей. Денисе, а кожне свято разом з вами?
або ні? В большинстве случаев да, но не всегда, потому что все-таки деятельность, она подразумевает разные локации, разные регионы. Сейчас, конечно же, когда карантин, то, естественно, я в большей степени в Днепре и присутствую практически на 99% случаев на каждом мероприятии. А так, когда не было карантина, я по другим странам работаю. Ваша дитина 10 років, хлопчику, так? И да. Він спортивний? Да, он ходит в воркаут-академию, занимается воркаутом, он у меня очень любит плавание. Но пока был карантин, мы плавание немножечко в сторону отложили, сейчас он... А воркаут, кстати, во время карантина был идеален. Ведь что людям делать? Дома тренироваться. Нельзя на улице, тренируйтесь дома, в коридоре, где угодно. Когда можно было выйти на спортивную площадку там, с определенной дистанции, выходи, тренируйся, залы закрыты. Так, звісно, багато тих, кто тренировался в залах, зараз перейшли. И воркаут, воркаут был популярен до очень сильно, он с 2010 года, там вообще самый пик его роста был, уже дошел до 2013-2014 году. А сейчас все окончательно поняли, что воркаут очень трендовое направление и эффективно во время карантинов. Зараз ви займаєтесь лише воркаут або інші спортивні напрямки також? Я займаюся різними направленнями. У мене є ще і основний род діяльності – це бізнес. Смотрите, это для меня... Ну, это же не спорт. Для меня воркаут – это образ жизни, хобби и детище, которое я взрастил когда-то, да, и теперь сопровождаю. Это комьюнити кайфовой жизни. А у меня есть еще основные направления, где я зарабатываю деньги элементарно. То есть я занимаюсь бизнесом в том числе для того, чтобы реинвестировать сюда же в этот же воркаут. 29 серпня відбудеться чемпіонат світу з воркаут у Києві, так? Да. Розкажіть, що це буде? І скільки людей очікуєте, і взагалі карантин, мабуть, вплинув на організацію і на кількість, звісно, учасників. Каждый год мы проводим, это ежегодное традиционное событие, чемпионат мира по воркауту, сетлифтингу, воркаут-рекордам. В общем, в воркауте есть много направлений. Если коротко, это и фристайл, свободное выступление. Человек на турниках и брусьях показывает все, что он умеет. Или, например, с дополнительным отягощением на поясе. То есть человек подтягивается на перекладине или отжимается на брусьях с максимально возможным весом на одно повторение, как в пауэрлифтинге. Или, например, просто ставит рекорды. Больше всех потянется на одной руке. Или отожмется в стойке на руках без опоры. Или сделает выход на две руки на перекладине. Ну, в общем, и эти направления все, как для детей, начиная от 6, там, от 5-6 лет, причем ограничений нет, также нет гендерных различий. И каждый год к нам на чемпионат прилетают уже 21-22 страны. В этом году, конечно же, будет меньше. Это объективно понятные причины. Карантин вносит свои коррективы, не все страны могут приехать. Но, тем не менее, на сегодняшний день уже практически до 9 стран, 9-10 стран точно будет участвовать в этом году. 29 августа мы будем на НСК Олимпийские локации у нас. Мы впервые ее проводим. Раньше мы делали на Арке Дружбы Народов, это такой амфитеатр. То в этом году мы решили все-таки, чтобы была дистанция, чтобы ну, учесть пожелания и рекомендации правительства. А як взагалі ви відноситесь до карантину і до коронавірусу? Вам чесний відповідь? Ну, звісно, я ж для телевізії? Звісно, для чесна відповідь. Смотрите, це довга дискусія, вона потребує мінімум полчаса ефірного часу. У нас немає стільки часу, тому... Очень коротко, смотрите. Дуже коротко. Вірус є. Я не сторонник всемирних заговорів, знаєте, там, от цих всіх речей. Вірус, звісно ж, є. Це не бактеріальна штука, це виключно вірусна штука, яка дійсно дуже складна, серйозна. Але вона також опасна, якщо ми говоримо за COVID-19, він також опасен, як і інші види грипів, які були, там, птичий грип, свиной грип, інші роки. Також вмирали від ускладнень. От гриппа, от тех хронических или там приобретенных, врожденных заболеваний, которые были у человека, сопутствующие в течение всей жизни, во время гриппа, да, они влияли на него, и человек умирал. Точно так же происходит сейчас с COVID-19. Вопрос в том, что, еще раз, мы сказали, что он есть, это большая проблема, много тысяч людей заболевает, но вопрос в другом. Есть понятие социологии, статистических данных. Посмотрите, сколько заболело в 2012 году в Украине, в 2013 году, точнее, умерло от последствий гриппа. Неважно какой штамп, еще раз. Сколько умерло? Столько же. Поэтому вопрос в освещении того или иного вируса. И головне, мабуть, здоровый способ життя. Поднятие иммунитета, сохранение иммунитета. Здоровому способу життя. Поэтому все мы переболеем однозначно любыми видами, тем или иным видом гриппа мы по-любому заболеем, 100%.
классно его перенесет тот человек, который в хорошей форме, физической, эмоциональной, психосоматической. Это здоровье в целом, это комплексное оздоровление организма, где у нас все в порядке с лимфой, с иммунитетом. Вообще мы правильно питаемся, умеренно занимаемся физической активностью, там, без перебора. Поэтому если человек соблюдает все эти принципы, ему не страшен ни птичий грипп, ни свиной, ни COVID-19. Денисе, скоро от у вересні розпочнуться виборчі перегони. Взагалі, ви з політичними амбіціями чи ні? Никогда не говори никогда. Раньше я говорил, никогда не буду в политике, теперь убрал эти все словосочетания. Ну, вы был в политике. Да, я был в политике, конечно же. Честно скажу, что вот честный ответ, что у меня нет времени туда идти. Хотел бы я попробовать сейчас, тогда я попробовал, там, да, получил определенный опыт. Что для себя зрозуміло тоді? Неинтересно, скучно, цинично, много грязи, лжи. Ну, я же, помните, в начале эфира сказал, что люблю же счастливой, насыщенной жизнью. Там несчастливая и не... Ну, насыщенная, да, но точно несчастливая жизнь. Поэтому мне интересно заниматься той деятельностью, от которой я получаю кайф. Думал ли я о том, чтобы туда пойти? Конечно же, да, но у меня на это сейчас нет времени. Готов ли я буду прийти к этому в будущем? Посмотрим, время покажет. Я не говорю, что для этого должно быть? Команда. Команда людей, сторонников, единомышленников. Потому что то, что сейчас происходит негативное в политике, в основном происходит из-за того, что нет команды, нет конкретного человеческого ресурса, который будет готов справиться с определенными задачами. Когда пришел человек классный, хороший, но ему, во-первых, не дают сделать, во-вторых, у него нет делегирования полномочий, там, и в-третьих, в-четвертых, в-десятых, в-двадцатых. Да? Команда решает. Все, я приду политику только тогда, когда будет готовая команда профессионалов, которые смогут заниматься профильными задачами. Коли будете идти, за что будете бороться? Ну, невозможно что-то выбирать, потому что это... Ну, можливо, так, наиболее. Смотрите, это комплексно. Понятное дело, я же из сферы здорового образа жизни. Я сторонник того, чтобы принимать на законодательном уровне те законы, которые популяризируют физическую активность, здоровый образ жизни, для того, чтобы мы инвестировали бюджетные деньги на строительство стадионов, спортивных площадок, там, детских, неважно, оздоровительных центров, а вместо того, чтобы инвестировать потом в решение проблематики. Клиники, больницы, операционные. Понятно, это все важно, это нужно. Но изначально нужно пойти по другому пути. И точно популяризировать здоровый образ жизни, точно это на первом месте. На втором месте это экономическая составляющая. На третьем месте это там уже, понятное дело, бытовые все штуки, где есть ямы, дороги, гнилые трубы, инфраструктурные вопросы. Ну, еще раз, сейчас сюда копать, это длинная, долгая, большая тема. Но коротко, это делать все для того, чтобы люди жили, а не только я, счастливой, насыщенной жизни. Должен быть индекс счастья. Вот это мой ключевой месседж будет в политике, если я туда когда-нибудь захочу прийти. Ну, условно, да, там представили, что я там. Для меня показатель вообще успешной работы политика – это индекс счастья. Наскільки я знаю, що ви зараз теж комунікуєте з місцевою владою Дніпра, і вони вам також допомагають влаштовувати майданчики спортивні, можливо, щось інше. Взагалі, як налагоджується ось ця комунікація, наскільки вона якісна? Конечно же, да, я сотрудничаю с органами местного самоуправления абсолютно всех городов Украины. Абсолютно, потому что это обязывает моя деятельность. Я дружу практически с всеми мэрами. Не дружу только с теми, с кем еще не познакомился в ряду там обстоятельств. То вы добрый, гарный коммуникативник. Ну, конечно. Не, ну вот у меня прекрасное отношение с нашим мэром, потому что, ну, была поддержка определенная. Я сейчас не говорю за политические вопросы. Я заговорю за вот конкретно наше движение, за нашу деятельность. Я очень хорошо общаюсь с Геннадием Трухановым, это Одесса. Там многие не любят, да, там многие не любят Бориса Альбертовича, многие не любят Геннадия Труханова, тем более не любят Кернеса, харьковского мэра. Но у меня, кстати, в Харькове был классный спор с мэром. У нас был спор, я его выиграл. Мы открывали тогда спортивный зал по воркауту. Я сказал, что давайте кто первый построит спортивную площадку, подарит городу Харьков самую лучшую европейскую, самую большую вообще в Украине спортивную площадку. Мы этот спор выиграли, я победил, но он за это нам предоставил самую крутую локацию, это парк Горького. Это самый лучший парк вообще в Харькове. И мы построили там самую большую в Украине тогда еще по тем годам, 2014 год, в мире площадку. Ну, поэтому, смотрите,
Резюме моего ответа на ваш вопрос. Я коммуницирую, общаюсь с всеми мэрами, практически всеми мэрами, для того, чтобы популяризировать спорт в любом направлении и здоровый образ жизни. Если кому-то не нравятся дороги, парки, инфраструктура, там деревья рубают, это не моя пока деятельность. Я этим не занимаюсь, потому что я... Вы выбрали для себя такой сектор. Конечно. Угу. Когда я пойду в политику, одним здоровым образом жизни не ограничишься. И тут нужно будет уже заниматься всеми вопросами, 100%. В чем секрет гарної комунікації і все ж таки досягнення того, за що боротися? Іскренність. Бути чесним, іскренність, на самое главное, менше говорити, а більше делать. У мене є замечательная фраза, я її вже много лет говорю: за нас скажуть наші дела і результати. Все остальное – это красивая картинка. Не имеет значения, что мы сейчас говорим зрителям там перед телеэкраном. Важно, что я делаю, что делает команда, какие конкретно, не просто делает, а какие получаем конкретные результаты. Фидбэк, обратная связь. Что? Что от этого, Денис? Вот ты там рассказываешь красивые слова, а конкретика где? Пожалуйста, выйдите во дворы, посмотрите, как меняется сейчас спортивная инфраструктура. Меняются дети. Да, количество людей, употребляющих наркотики в виде алкоголя, там, табака и прочих гадостей, конечно же, они есть, но их количество в процентном соотношении очень сильно уменьшается, потому что есть конкретная плодотворная работа. І це дуже добре. Я дякую вам за вашу розповідь, за вашу роботу і бажаю успіхів. Спасибо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!